с 3 по 9 августа талантливые молодые люди и девушки соберутся в старейшем месте острова Сахалин, селе Дуэ Александровск-Сахалинского района, чтобы принять участие в молодежном палаточном слете «Берег притяжения 2023». Это уникальная площадка, где каждый может открыть в себе новые возможности. Это жизнь в палатке и насыщенная образовательная программа. На «Берег притяжения» ежегодно приезжают лидеры общественных организаций, политики, деятели культуры и представители русской церкви. Здесь вместе с единомышленниками можно подготовить социально значимые проекты и создать свою команду. Участников ждет туристический поход по самым красивым местам побережья Сахалина, насыщенная экскурсионная программа и вечерние посиделки у костра. 10 августа в Южно-Сахалинске пройдет итоговый концерт –